В мире стал складываться абсолютно новый тренд. Это принципиально другая организация всей бизнес-среды. И мы все смотрим в эту сторону, и мы все пытаемся понять наше будущее, что нам нужно сделать внутри наших компаний, чтобы нам соответствовать этому тренду, потому что этот тренд мощнейший, он набирает очень быстрые обороты. И он определяет сейчас, начинает доминировать. Те, кто попал в этот тренд, они начинают зарабатывать совершенно другие прибыли. И только те компании будут долгосрочно конкурентоспособны, которые находятся в этих трендах. Это то, где наши мысли и куда мы стараемся двигаться.